Итак, начнем. Первое, что хочу сказать, нитки у меня 100 грамм, в 100 граммах 147 метров, спицы, троечка. Так, и немного порисуем. Нам нужна будет одна мерка, то есть это наша стопа. Мы измеряем длину стопы. Это у нас будет расстояние x. Теперь заготовочка, какую мы будем вязать. Сначала набираем петли. Набираем петли. Это у нас 2 раза на x. То есть, если у меня стопа 22 сантиметра, то у меня 2 на 22 равно 44 сантиметра. Так, набираю я 44 сантиметра, в моем случае это 66 петель. Набираем каким образом? Я делаю узелочек вот так вот и набираю вот как бы воздушными петлями для того, чтобы был эластичный край. 2, 3. Шесть петель я набрала. Теперь вяжем лицевыми петлями. Кромочную петлю мы будем провязывать лицевой, чтобы был красивый край. Так, следующий ряд мы вяжем тоже лицевыми. Первую петлю снимаем, нить оставляем за вязанием и вяжем лицевыми петлями. Итак, продолжаем вязать в высоту. Лицевой, изнаночный ряд лицевыми петлями, в высоту мы вяжем половину вот этой нашей длины, то есть 11 сантиметров. 0,5 умножить на x равно, то есть 0,5 умножить на мои 22, вот отсюда я их взяла, равно 11 сантиметр. Так, вяжем вверх 11 сантиметров. Провязала я 11 сантиметров, как здесь мы и писали. Вот мои 11 сантиметров. Так, теперь нам нужно посчитать, сколько закрыть эти стороны. Для этого мы берем вот это число 44 сантиметра (66 петель) и делим на 3, равно 22 петли. То есть здесь нам надо закрыть 22 петли, но закрываем мы 21, одна уходит в кромочную сюда, среднюю часть.
закрываем свободно, чтобы край был эластичным. И вот это наша 22 петля, ее мы оставляем. Видите, свободный край эластичный. Вяжем до конца ряда. Здесь вот мы закрыли 21 петлю, теперь с этой стороны закрываем 21 петлю. Вот наша 22. То есть в середине у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 петли плюс 2 кромочные, остается 24 петли. Значит, здесь у нас 22 плюс 1, которая переходит в кромочную, и здесь 22, то есть в сумме получается 24 петли, и вяжем 11 сантиметров, то есть вторую половину размера нашей стопы. В сумме получается 11 сантиметров и 11 сантиметров, 22 сантиметра, что значит наша длина стопы. Вот и все размеры. Далее я продолжаю вязать мои центральные петли до общей длины 22 сантиметра. Кромочную теперь вяжем изнаночной, чтобы получить гладкий край. Провязала 11 сантиметров, то есть здесь у меня 22 сантиметра, здесь 11 и здесь 11. Теперь что мы делаем? Вяжем последний ряд. Мы сокращаем петли, чтобы нам легче было стянуть. Провязываем по 3 петли. Так, провязали и оставляем подлиннее ниточку, обрезаем, берем иглу, продеваем и переснимаем петли на нашу иголочку. Протягиваем, вставляем краешек, завязываем узелок,
оттягиваем. Теперь складываем пополам и сшиваем. Сшиваю в кромочные петли, продеваю иглу в кромочные петли. Кажется, что носок маленький, на самом деле платочная вязка очень хорошо растягивает и принимает форму ноги. Так что не пугаемся, все идет по плану. Здесь я сделаю узелок, у меня заканчивается нитка. Вот теперь вот внимание, тут мы где-то прошили 1/3. Здесь у нас осталось 2/3, здесь 1/3. Переворачиваем, вернее, выворачиваем и сшиваем с обратной стороны. Дошили до конца, делаем узелок, обрезаем ниточку. Так, одна сторона готова, видите, у нас меняется лицевая сторона, чтобы у нас все было красиво. Далее делим его напополам, вот так вот носочек, и вот эти средние петли, средних где-то 10 петель, мы просто одеваем на иголочку. Вот они у нас. Средние 12 петель у нас будет. Одели, и опять мы их стягиваем ниточкой, тугенько стягиваем, чтобы сформировать нашу пяточку, чтобы он там, носочек, лучше лег. Далее сшиваем. Так, смотрим, здесь вот мы должны быть на том же расстоянии, вот еще немножечко. Вот мы приблизились, теперь выворачиваем на другую сторону и сшиваем с другой стороны. На лицевую сторону. Вот. Сейчас вам покажу, если видите, платочная вязка очень хорошо растягивается в ширину, поэтому на ножку оно оденется прекрасно. Теперь вывернули, делаем отворот.
и пришиваем декоративную пуговичку. Вот такие вот носочки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.